Озвучка манги. Я без ума от тебя. С 3 по 4 главушку 1 тома. Приятного просмотра. Кстати, братец, не смотри на меня с таким отвратительным выражением лица. Ты помнишь девушку, игравшую на пианино? Она подошла и сказала, хочет познакомиться. Она тебе понравилась? Можешь поиграть с ней. Она ж тебя ищет, братец. Как ты можешь такое говорить? Ладно, пусть войдет. Дзянь-джинь. Я тебе нравлюсь? Дзянь-джинь, я восхищаюсь вами. Ну тогда скажи мне, в чем я так охуенен? Курить и пиздиться – это то, чем стоит восхищаться? Или убийство людей? А может, учитель, находившийся по моей вине в больнице, это то, чем можно восхищаться? Я считаю это недоразумением. Ты вовсе не такой. Ты же видела мое дело? Неврастения для тебя недоразумение? Описание. Неврастения – психическое расстройство из группы неврозов, проявляющееся в повышенной раздражительности. Я, конечно, слышала, что у него плохой характер, но никто не говорил, что он болен. Я уже далеко зашла. Не имеет значения. С деньгами напряг. От меня ты их не получишь. Ты думаешь, я захочу на тебя тратить время? Уродина, ты должна выглядеть как Шэнь Юцзинь из 7-й школы. Катись отсюда. Шэнь Юцзинь, красавица из 7-й школы по соседству. Все говорили, что она девушка Дзянь-Джиня, но это же только слухи. Неужели? Но даже если и так, в мире одни люди всегда сменяются другими. Стоп, если она красивее Шэнь Юцзинь, то... Мэнтин. Ц, она и близко не стояла с Мэнтин. К счастью, он не знаком с ней. Я всегда ходила этим путем. К тому же, на 2-м году папа Шу еще не попал в аварию, а значит, я скоро увижу его. Воу, братец, разве не ее мы видели в школе? Вот это да, ученица 7-й школы и слепая. Зачем они здесь остановились? Семерка, что ты делала в нашей школе? Почему мы тут пересеклись? Еще не моя, что ли? Залезай, подброшу до дома. Денег не нужно, я лишь забочусь о слабых. Бля, заботишься о слабых? Может, и через дорогу ее переведешь? Свободная школьная форма и значок. Тонкая шея.
Такая слабая, будто сейчас сдует. Нервничает. С виду примерная ученица. Что у тебя в сумке? В сумке? Клубника. Точно, вспомнила. Когда папаша узнал, что я люблю клубнику, он постарался вырастить ее в теплице. Дай ее. Ладно, его лучше не злить. Вот дает, ее унижают и грабят, а она даже не злится. Вот ведь добряшка. Кажется, ты не догоняешь, но все наоборот. Чего так далеко? Подойди поближе или попроси, я сам подойду к тебе. Зачем братец над ней так издевается? Или он так свое эго повышает, издеваясь над слепой? Да еще и походу немой. И нема, и слепа. Жаль я.